Ну что, мы второй раз с вами прошли. Вот. Пласт. И вы знаете, учитывая, что Док знал, что мы должны здесь быть вновь хозяевами, да? По сути, они должны были нас скрутить и посадить в колбу, а не стрелять на поражение. Наше состояние вообще, вот представляете, там солдаты в экипировке с автоматами, и ты такой весь переломанный, покореженный, с поломанными ребрами, с обрезанными пальцами, такой стоишь без ничего. И они тебя, как говорится, стреляют на поражение. Толку-то от этого, да? То есть они только высвободили, получается, его силу. Зачем это делать доктору, учитывая, что если посадить тело в колбу... Ну, то есть, опять же, что-то не вяжется. Мы видим, что сбили, чтобы лишить его вот этой его фантомной оболочки, нужно было убить тело. Здесь убивают тело, и ты облетаешь фантомную оболочку, да? То есть уже без тела. Одно с другим не вяжется. Притом механизм, который содействовал, да, технически, мы уничтожили. Одним словом, логики не прослеживаю вот в этой игре. Я рад, что вот Шелтер говорит, что как-то у него сложилось. Вот у меня второй раз даже прошел, не складывается. У меня ощущение, что у разработчиков появилось... Давайте оценку, да? Я сохраняю оценку, как и тогда, 5 из 10. То есть, вот как бы средняя для меня эта игра. В зависимости от того, как она вас зацепит. Или в плюс, или в минус уйдет. Для меня впечатление, что у ребят появилась идея классная, что вот вместо фонарика дать камеру. И благодаря ей ориентироваться в темноте. А потом все остальное накладывалось вот на эту идею. И в итоге в основной игре столько было дыр сюжетных, что они попытались их как-то сгладить за счет DLC. Вот почему тогда Черный Чай говорил, давайте вы пройдете DLC, вам картина станет более ясной. Вследствие того, что DLC является окантовкой для основной игры, и оно как бы показывает начало, то есть катализатор и какая причина всего происходящего вроде как, и конец. Проблема заключается в том, что основная идея, которая мотивирует нашего героя, да, разоблачить корпорацию, она не раскрывается. Он по ходу всей игры, кроме записи, да, того, что вокруг него происходит, не находит ни одного документа, который бы раскрывал, что такое программа. Там все время какие-то вот такие, знаете, намеки. То в ЦРУ какие-то исследования, то в Третьем Рейхе, то выдержки из Франкенштейна. А документики где? Где документики? Вот. А документиков нету. Есть только вот такие отсылки туды-сюды. Единственный источник — это ваша как раз камера, то, что вы наснимаете, что она может что-то дать. Вот такие впечатления.